Здравствуйте, вы на канале Евгена Роста, и сегодня мы будем рисовать модель вот такого крюка от строительного крана. Данный вопрос был задан на форуме Autodesk. К вопросу также прилагалась картинка. Также сейчас поместим наш проект, insert, touch canvas. Выберем вот эту поверхность, ну и вот изображение. Масштабируем, ну и поместим, чтобы нам было удобно с ним работать. Нажмем ОК. Итак, здесь основная задача состоит в том, чтобы создать поверхности, расходящиеся радиально вот от этой вот точки. И мы, используя операцию Loft, соединим замкнутые скетчи и сделаем протяжку через них и получим форму крюка, которая была обозначена. Так вот. Итак, поехали. Для начала я предлагаю использовать инструмент Spline для того, чтобы обрисовать контур нашего крюка. Операция может занять некоторое время. Так. Так, передвинем. Поправим эти точки все немножко. Ну вот, получилось достаточно похоже. И теперь начнем рисовать наши отрезки прямо вот из этой точки. Я предлагаю просто нарисовать набор линий, исходящий из этой точки. Чем больше мы здесь создадим таких линий, тем более, скажем так, плавно мы сможем создать с вами переход между различными эскизами. Так, на это нужно использовать операцию Trim. Отрежу эту часть здесь. Ну и заодно, раз и начал, уберу вот эти вот все части выступающие. В принципе, заодно можно вот эти тоже убрать здесь. Так, эту точку я пока оставлю. И здесь вот так сделаю. Так, уберем вот эти составляющие. Пожалуй, на всякий случай оставлю здесь вот так точку. Да, точка есть. Хорошо. Также, пожалуй, не хватает еще сюда одной поверхности. И также давайте вот ту же точку сведем. Используем инструмент Trim, обрежем. Итак, далее мы перейдем в пространство, в рабочее пространство Patch и выберем инструмент Extrude. Наша задача выбрать отрезки. Так. Здесь, наверное, да, чейнинг стоит.
Вот. Создались вот такие вот плоскости. Какая сейчас стоит задача? На этих плоскостях мы создадим половинки профилей этого крана. То есть, вот как здесь вот указано на сечении BB, мы видим, вот такой вот разрез должен вот здесь вот находиться. Так, мы с вами закончим эскиз. И давайте приступим уже, собственно, рисовать. Получается, что начало и конец этой плоскости — это, скажем так, одна сторона и вторая сторона крюка. То есть наш эскиз должен начинаться вот в этой точке и заканчиваться вот в этой. Поехали. Создадим здесь эскиз. Выберем инструмент слайс. И также выберем инструмент cycle. Ну и здесь cycle. И просто замкнем это все. Так, используем инструмент тангент касательная. Так, и обрежем наши лишние части. Хорошо. С помощью инструмента line мы сейчас все соединим. И нам осталось нанести размер. Например, пусть здесь останется, как было, будет 5. А здесь пусть будет 3, например. Ну, вот так оставим, чтобы было чуть-чуть более плавно. Хорошо, у нас здесь замкнутый контур. Нажимаем Stop Sketch и переходим на эскиз. Следующий. Create Sketch, Slice. Также ищем нашу поверхность. Ну, и начнем ее отрисовывать. Раз линия и два. Далее мы нарисуем две окружности. Сразу зададим размеры. Давайте здесь также оставим. Сделаем здесь 4,5. А здесь, например, на 3. Ну, давайте здесь так 3 оставим. Так, пожалуй, сейчас закончу этот скетч, посмотрю. Так, здесь радиус 5. Угу, все верно. То есть возвращаемся к редактированию этого эскиза. И указываем, получается, не 4,5, а 9. Здесь 9. А здесь вставляем 6. Так, также мы рисуем здесь линию. И используя инструмент тангент. Вот так все это соединяем. Далее с помощью инструмента trim мы обрежем лишние линии. Да, у нас есть с вами такой вот замкнутый контур. Нажмем Stop Sketch. И перейдем к следующему. Выберем Create Sketch, Slice, и вот так вот. Повторим все наши действия. Отрисуем линию. Я использую горячие клавиши. Это ускоряет работу. Теперь здесь сделаю, например, 8,5 мм. А здесь не 6, но пусть будет 5,5 мм. Использую инструмент линия. И также с помощью инструмента тангент. Да, вот периодически происходят такие казусы, поэтому нужно линию начинать именно на поверхности. Лучше как-то даже вот так кинуть. Да, похоже.
Итак, я закончил отрисовку эскизов, через которые мы будем строить вот такой крюк. Каждый эскиз состоит из двух окружностей и одной линии, которая касается этих двух окружностей. Я специально изменил радиус здесь, то есть он здесь самый большой, он уменьшается в эту сторону и уменьшается кверху. Итак, перейдем в рабочее пространство модель. Выберем инструмент Loft и будем прокликивать сейчас все наши эскизы. Кто-то может спросить, а зачем мы сделали так много этих эскизов? Почему нельзя было сделать 3, 4? Ну, давайте посмотрим. Я пропущу сейчас, например, вот этот один. Пропущу вот этот. Так, сюда. И пропущу прямо еще сразу вот этот один. Мы видим, что у нас появляются такие завалы. Лофт, он старается как бы построиться по самому кратчайшему пути до точки. Поэтому я это откачу обратно. И давайте прокликаем все-таки наши все эскизы. Вот так, и посмотрим, что у нас с вами получилось. Нажмем ОК. Во вкладке Bodies давайте отключим все наши поверхности, чтобы они не мешали. И посмотрим. Да, вот есть вот такая вот форма крюка, которая меняется. Вот. У нас сейчас с вами отсутствует кончик, поэтому перейдем обратно в инструмент Loft и выберем этот профиль и вот эту точку, которую мы выбрали. И давайте посмотрим New Sharp. Ну, в принципе, мы можем, я думаю, оставить вот так вот. Либо можно использовать еще один эскиз и сделать как бы здесь чуть более плавно все. Ну, скажем, меня устраивает, когда здесь есть небольшое вот такое вот острие. Нажмем ОК. И отключим наш эскиз. Вот так это выглядит. Теперь мы просто используем инструмент Mirror во вкладке Create. Только здесь в диалоговом меню выберем обязательно body, тело. И наше тело выберем. И выберем поверхность, относительно которой мы хотим зеркально его отобразить. Нажимаем ОК. Давайте отключу картинку. А вот такой вот крюк у нас с вами получился. Давайте верну нашу картинку. В принципе, здесь ничего сложного у нас нет в построении вот этих элементов. Здесь можно сделать как плоское вытягивание с этих двух поверхностей вверх, так и с этой поверхности нарисовать, обрисовать опять-таки этот прямоугольник и выдавить его в обе стороны, влево и вправо. И уже всю поверхность выдавливать вот эти цилиндры все. Да, ну единственное, что возможно нам понадобится во вкладке Modify, использовать инструмент Combine для того, чтобы объединить наших два тела. Операция Join, нажимаем ОК. В браузере видим, что теперь это у нас одно тело. Давайте отключу картинку. Вот таким способом мы получили такую достаточно очень интересную поверхность. Я считаю, что с задачей мы справились. Спасибо за внимание. Пока-пока.